А ну-ка, здесь можно сидеть? О, привет! О, убил. Офигеть, даже здесь можно? А везде, короче, можно залазить. Просто везде. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёко, Штрек, Нубик, Пика, Думгай, Приз, Суслик, Переросток. Пацаны, поздравайтесь! Всем здорово! Привет, Омлет! Банановая кожурка очень полезна! Ребята, мы нашли крутецкую карту по игре Security Breach. Это просто шикарнейшая карта с мега текстурами и даже немножечко нам подлагивает, потому что весит 2 гигабайта. Для Гаррис Мода это просто очень много. И мы решили на ней написать прятки, потому что она просто гигантская. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем селиться. Так, давайте начнем искать с самого начала карты. Как раз я покажу, насколько она крутая. Немножко она темноватая местами, но она стоящая для того, чтобы мы на ней записали. Я вам сейчас покажу ее размеры. Так, это просто часть карты. Смотрите, что уже здесь у нас. Куча всего намудрено. Подожди, я думал, там кто-то будет сидеть. Так, пацаны, в живот мне не залетать. Новый живот. Новый? О, тут есть кабинет для охранников. Да ладно, я даже, видите, не изучал эту карту. О, так я могу даже... А что, подожди, что я могу? А где это я? Ничего не можешь. Так, Дима, знай... Камерой можно крутить? Да ладно. Ну, кстати, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы запишем. Аниматроники пугают охранника на этой карте. Я думаю, будет круто. Мы будем не только в офисе сидеть, а еще и по всей пиццерии бегать. Так, здесь никого нету, хорошо. Блин, это такой малейший кусочек карты. А уже здесь просто жесть какая-то. Так, давайте посмотрим здесь. Может, тут кто-то сидит. Я так понял, что на этой карте очень много интерактивных всяких вещей, да? А тут можно зайти? Нет, нельзя. А тут можно сохраниться? А тут можно? А тут можно? Тут что-то можно? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень эпичное и крутое. Так, я думаю, что вот тут кто-то сидит. А ну можно зайти? Ой, тут даже открываются двери. Так, вонючий камин, мне и так тепло. Так, никого нету здесь. А ну я могу телепортироваться отсюда? Так, в принципе, будем считать это за телепортацию. Настроение, ребята, отличнейшее. Да, я читер. Аниматроники все читеры. Хочу тебе открыть секрет небольшой. Ого, здесь сколько всего. Как же я вас найду здесь? А сюда можно подняться? Ну, стопэ. Ё-моё, сколько здесь всего. А тут никого нету? Никого нету. Так, подождите, я в этой вообще карте найду кого-то? Мне кажется, это будет очень сложно. Но я надеюсь, я смогу это сделать. Я даже знаю, где вы все ныкаетесь. Вы, наверное, опять в игровой, да? Не знаю. А вот там кто-то сидит. Дима! Дима, ты чего? Чего, не увидел никого там? Не, увидел. Ты чё мне подсказываешь? Где тут кто сидит? Ну всё, дядя Куёко. Не-не-не, Дим, никто. Тебе показалось, Дима, тебе показалось. Ну все, Куёко, я обида. Так, подожди, я... никого ж нету там. Ты можешь двери открыть. Не открывается, нажимай Е. Сзади, сзади кнопка, сзади. Я тебя понял, я тебя понял. Это? Я тоже понял, где ты. Я тебя понял, секрет. О, зашел, спасибо за подсказку. Я давно играл в этот просто Гаррис Мод. Ой, ха-ха, в этот FNAF, поэтому я уже все забыл. Никого нету, Куёко, ты меня обманул. Я думал, там кто-то сидит, там никого нету. Ну все, дядя Куёщик, обманщик. Так, продвигаемся дальше. Кстати, скажу, что я еще на этой карте немножко удалил пропов, потому что их просто здесь миллион. Так, а здесь могу зайти? Здесь тоже зайти не могу. Так, а, я сюда могу зайти. Тут тоже не могу зайти. Че все калитки закрыты? Для самозащиты. Тебя, Дима. Так, ну я вижу, там все равно никого нету, поэтому продвигаемся дальше. Так, здесь. Кого? О, будки! Будки! Даже заходить в них можно! Да. Не, никого-то, Дим, нету. Я проверю. У вас же 7 игроков ныкается. Никого нету. Так, сюда зайти нельзя. Сюда зайти нельзя. Да вы что, издеваетесь? Вы что, серьезно, все там заныкались? В самой нелюбимой моей локации, там, где очень сложно кого-то найти? Дим, лифты работают. Чего? Там на кнопку надо нажать. На кнопку надо нажать. Да? Да. А ну давайте проверим, лифты работают или нет. Я вот нажимаю, не работает.
Не работает? Ну блин, ну значит моя ты голимый, ты меня обманываешь! Ребята, он специально меня обманывает, чтобы я не мог никого найти, ах ты хитрый жук! О! В новой локации. Да вы ладно, везде все можно открывать? Ого, что-то у меня за баги с камерой. Очень странно. А кто первый умрет, тот... О, давайте, кто первый умрет, тот куёк. Ой, тот лох. Так, здесь у нас кто-то сидит, не сидит. Дима. Так, приближаюсь до игроков, слышу запах неприятного говна. А ну-ка, здесь можно сидеть? О, привет! О, убил! Офигеть, да. Даже здесь можно... А везде, короче, можно залазить. Просто везде. Да. Эта карта получает от меня 5 из 5, потому что лучше пока мисс пиццерия Плекс мы не видели. Дим, это одна из лучших. Нету, что? Дим, тут никого нету. Да, я ладно, я уверен, что все тут 6 игроков, остальных прячутся здесь, на нычку. Нету никого. А что это за солнечные батареи стоят? Дима, там по горке можно спуститься. О, да? А подожди, вы меня специально отвлекаете. Дайте я пройдусь по этой карте, посмотрю, где кто. Ой, я камеру ближе сделал, там прям получше будет. Так, где зайти нельзя? Спасибо тебе, что ты помогаешь мне. Да, как бы говоря, гайд. Ой, о, давайте, ну, Е нажать. Я вижу. А, аниматроник не спускается, кстати. А, мы спускались. Не, ну я ж, видишь, толстая жопа, она не пролазит. Дима, там что-то бегает. Где? Но ты должен узнать, где. А, спасибо, что ты мне неправильно подсказываешь. Смеются надо мной все. Говорят, ребята, если вы хотите с нами записывать очень классные, веселые ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. Вот, ребята, все сейчас сидим в Дискорде, веселимся и общаемся. Вы задрали, вы меня путаете или тут? Дима, вот сейчас реальная подсказка. Сзади тебя челик был. Дима, да? Ну мне из-за жирной жопы ничего не видно. Челик. Дима, в зеркале челик был. Да кто я? А, ну да слышь, короче, куёка, давай это, прекращай свои шутки, которые неправильно мне подсказывают. Ой. Ну их они реально открываются. Хорошо, как хорошо. Так, давайте как обойдем. Как залететь? Дима, знаешь, кто за дверью был? Кто? Я. Мишка Фред. А как мне попасть сюда? Я не могу попасть. Дим, смотри, смотри. Влезь за аниматроника и по трубе спустись. Не, я не могу. Я толстый. Дверь открыть, Дим. Не надо, не надо. Я попробую сам найти вход. На, Дим. Да как ты их... Хорошо. Я... А, ты Е нажал, что ли? Оно сработало? Там кнопка изнутри была. А-а-а. Аниматроник, короче, здесь какой-то ущемленный персонаж, который ничего не может делать. Так, ну что, кто-то в шариках тыкается? Дим, а там никого нету, ты чего? А, я могу сквозь текстуры смотреть, вот эту камеру занижать вниз и видеть. Ну, нашел еще одного. Ой, молодец. А где он сидел? Давай сразу говори. Да а я не знаю, где он, просто выбил. Понял. Просто... О, привет, Кентафурик. Где мой этот братишка? Страшно, да? Нету, Дим. Так, а теперь ищем здесь. Вот где-то они тут все заныканные. Мне страшно. Я могу в горку зайти? Не могу. Подожди, подожди, подожди. А как ты поднимаешься наверх? Тут же должны быть входы по любасу. Дима, ты возле меня прям прошел. Ничего страшного. Где входы, где Дим? Так, подожди, а как попасть в эти сетки, вонючие? Да почему, Дим, ход? Почему же, Дим? А, на контрол, на контрол. Точно, я знал, я проверял. Видишь, тоже знаешь. Да нет. Ой, темновато здесь, ребятушки. Так, зашел и вышел, замечательно. Так, давай, если что, я буду тут внизу их ждать. Двери давайте сразу закроем. А, я ж на Е не могу ничего нажимать. А, ну если вот так, могу я нажимать? И так не могу. Ну ты, конечно, гений. Кнопочка есть. А где он? Он наверху. Кнопка внутри, Дима. Привет, мужики. А чё я задом теперь бегаю, когда вид меняю? Ой, привет. Есть. Убил. Молодец. Пика играет лучше меня. Куда, Дим? Так, ну что, Куёка, тебя нашли или нет еще? Ну как ты думаешь? А, нашли, мы да? Что убили. Тут даже генераторы есть? Нифига себе, прям целое прохождение можно сделать. Ну я-то знаю, где все попрятались, я пока летел на свою нычку, всех увидел. Так, подожди, подожди, подожди. Пацаны, перепрячивайтесь, он знает, где вы. Слушай, а вот тут кто-то есть? Куёка, я твои часы удалю, они уже неправильно показывают. А вот я уже удалил, Дим. Я быстрее тебя удалил.
Ну, спасибо. О, генератор. Генератор все равно заводить смогу я. Да. Ну, тут никого нету. Они, наверное, тут и не ныкаются, пацаны. Уже тут никого нету. Да нет. Это ты просто один не умеешь искать. Да как это не умею? Я лучший искальщик. Вроде бы. Вроде бы так. Искальщик? Дима, ты искальщик? Да. Фух. Никого нету? Ого, а где это я? Так. Нифига себе, что это произошло? Ну ладно, тогда я сюда пойду. Так, ладно, выходим. Ой, вот эта карта знаешь? Запутанная. Реально круто сделана. Так, вышел. Где пока? А ну-ка, давайте сюда полетим. Потому что я не знаю, как сюда забраться. Только так можно. Отлично, отлично. О, я отсюда попробую поискать их. Аниматроником стоп. Ты вырубай. Я тебя уже нашел. Так, ну все, здесь больше никого нету, насколько я вижу. А нет, кто-то есть. А вы где тут ныкаетесь? Чего вы всех находите? Я никого не нахожу. Так, Дима, я нашел этого человека. Ну, ребят, знаете, почему они их находят? Потому что они ныкались и видели, где кто сидел. А когда не знаешь, где искать, то тяжело найти. Еще, наверное, в шариках, да, кто-то сидел? Наверное, в шариках я не увидел. В шариках. Нашел. Еще одного. Вы что, психи, что ли? Вообще мощно, пацаны, играете, мощно. Ой, давайте проверим, лифт не работает. Мощные потные мужики. Мощные потные мужики? Мощные потные волосатые мужики. Фу, скуёка, скуёка. Так, давайте перекличку, кого не нашли? Меня. Меня. Куёка, тебя ж нашли. Да не, ничего не показалось. Так что, еще двоих? А, еще блин, одного. Я знала, а где они были? Знала. Они в этом всей локации сидят, да? Я в шариках был возле горки. Да блин, а что же я тебя не увидел? Как я искал? Что-то сегодня, ребята, этот, искальщик с меня не очень, потому что карта гигантская, я реально не понимаю, как тут кого всех искать. Рядом со мной. О, я спустился. Три аниматроника пробежала. Да? А, потому что у них, наверное, худ видно было, а у меня худ не отображается, его выключил. Не, я вижу, он бежит по лестнице вниз. Он бежит к вам. А я видел капхеда, там он так, пробежал. Так, побежали. Пока. А, так это мой человек. Пока, чилипиздрик. Я этого человека-то убивал уже. Ну что, пацаны, всех я нашли? Нет. Еще, да вы что, психи сегодня? Да. А, это уже... Так, это последний, да, был? Так, мужики, кто там туалет выбирает, признавайтесь. Так, подождите. Я посмотрю, там на вывесках. Может, на вывесках кто-то сидит? А хотя хорошая пнычка была там на люстрах сидеть. Угу. Все, всех, да? Это был последний, по идее. Нет. Че? Нет, это тут же самое, он просто. А ну давайте перекличку. Всех нашли или нет? Нет, Шрек еще остался. Шрек? Пацаны, его там нету. Давайте искать в другой части карты его. Я иду искать со всей силы. Давай, подайся мне, пожалуйста. Он нам дает знак. Нам знак дает. Нет, ты не подсказывай. А ну еще постреляй. Не подсказывай, но еще постреляй, молодец. Слышу, где он. Я уже, в принципе, возле него. Дима, ты был очень рядом, но ты меня пропустил. Когда вначале только начал, да, искать? Нет. Ты убежал уже, да, я так понимаю, с того места? Можно было в урне спрятаться. В урне? Да. А ну, удаляем дверь. Ты что здесь нычки крутые? Просто бомбейские. Так, его здесь нету, пацаны. Короче, у Бонни вылетел Гарри Смот. Из-за того, что мы его нашли, он обиделся. Ничего, бывает такое, бывает. Так, что тут? У нас никто не прячется. А все, мы... А, подожди, мы Шрека ищем, не можем найти. Так, Шрек, подсказку только давать не надо, мы должны тебя именно сами найти. Так, ну слушай, Дим, я, наверное, Шреку помогу, получается, тоже пойду прятаться. Да подожди, ты ж найденный. Господи, да не-не-не, ну что там вообще прячется, а ну-ка. Ты на стене нашли, и всё. Все разговаривают, смеются, веселятся и орут. Да, а еще обманывают. О, смотрите! Я не знаю, где он прячется, в смысле? Где? А вот я его убью. Так скажи, где, мы пойдем тебе помогать. Скажи! Иначе он убежит, ну, ладно, а потом мы будем Дим, еще помнишь, искать. Помнишь, что место? Дим, помнишь, что кухню? Да.
Он там и сидел, ты его взял и пропустил. Я специально это сделал, чтобы он дольше поиграл. Вот конечно, поддался, да? А где здесь кухня, пацаны? Я не помню. Эй, вспоминай. А, кстати, вот тут вот даже цены есть, какие расценки в этом кафе. Ну, нормальные. Да. Аниматроники скатываются с погорки. Да, я уже проверял, скатился у меня этот скотина. А, убежал уже. Убежал, молодец. Ну, а какой у него скин? А у него был капхед белый. Так, мы должны его найти и убить. Ну что, Шрек получается уже победитель, раз он такой красавчик у нас. Ура. Он, наверное, знаете, нашел такую это, нычку, которую мы не знаем еще. Ну что, Шрек? Или же за нами бегает. Нет, он не бегает за нами, мы бы уже замочили. Всем аниматроников его ищут. Это что, вообще жестко ж? Сказать где? Нет, не надо, мы тебя должны найти. Так, а ну тихо. Ты можешь стрельнуть разок в воздух, пукнуть. Тем временем он, который за дверями прячется. А ну стрельни. Да-да. Так он не рядом, он... А я не слышу его. Я даже не понял, где он находится. Так он может, где сам солнце падает. Там, может... О, слышу. А ну еще, еще. О, я тоже слышу. Во-во-во-во-во. Все-таки он где-то здесь. Так, ребятушки, мы его сейчас найдем. Он наверху, кажется. Да, он наверху, он где-то здесь, вот в этих офисах сидит. Там уже он тут где-то сидит? Нет, его здесь нету, в туалете нету. Где-то вон здесь, вот где-то здесь, в этой части карты он сидит. Так. А может он в текстурах где-то сидит, и мы поэтому его не видим? Надо нет, при... нет. Пацаны, наводите везде, чтобы никнейм отобразился. Так. Наводим, наводим. Не, ну хорош, хорош. Молодец, да. Респектуем нормально тебе. Да, слышь, мы тут все слились уже, кроме меня. Причем, по-моему, первый раз снимается, уже побеждает. И что? Нет, Шрек уже не первый раз снимается, он уже много раз снимается. А второй раз? Да, уже много раз, второй раз снимается. Много раз. Ну блин, ну если давайте мы его не найдем в течение 2 минут, он победителем будет. 100%, потому что вам придется сдаться. Давайте, пацаны, вот тут возле, он в радиусе статуи Фредди, где в начале, вот тут он где-то ныкается. Просто тут куча всяких нычек, мест, которые мы не знаем, как туда попасть, а он уже нашел все секреты. Так, а ну давайте еще раз тут посмотрим, может, таки тут сидит? Здесь первый раз на карте играю. Ну я тоже на этой карте первый раз играю, я ее вообще до этого ни разу не видел. Я сегодня зашел в Steam, набрал в воркшопе Security Breach FNAF Map, и все, и она выбила меня. Самая популярная, кстати. Как мы ее раньше не видели. Все, я уже сдаюсь наполовину, потому что я реально не знаю, где он. А где Мат, где? Я возле статуи. А я тут стрелял. Бывает. Стреляю тут во... Слышал. Похо, рядом, рядом. Еще, еще, еще. Так, значит, он в офисе. Этот, все-таки в игровой комнате он. А ну еще постреляй. Есть такое вот. А. Я его увидел. Где? Он вот там наверху был, где-то как трамплин в шарике прыгать, поняли? А как туда попасть? Я не знал, как туда попасть, он нашел. Дима, есть! Молодец, красавчик! Да! Дима, телепорт! А, кстати, наверное, да, телепортировался. Если понравилась эта серия и эта бомбезная карта, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Стой. А чего вы бомбу не взорвали? А, все, ребята, взорвали. Красиво.